красота. Людей вообще совсем чуть-чуть. Это вот соседний санаторий, по-моему, нефтяник Сибири. Вот лежачки вот такие вот. Днем можно здесь пересесть, отдохнуть. Лежаков много, на всех отдыхающих хватает. Даже в самый пик утром и вечером. Это вот такая вот зона с лежаками. Ну и там дальше еще вот есть часть лежаков за заборчиком, их не видно. И там вот дальше вот, может, видишь, синяя крыша, это вот гостиничка, где мы живем. Ну, вот. Как бы такое вот место. Сейчас покажу, какая водичка. Сейчас поближе подойду. Здесь территория детского лагеря. И здесь, видимо, привозная галечка. Здесь как бы заходить в воду прям совсем неплохо. Вот такая вода. Шикарная, теплая, теплая. Штиль полнейший. Ветра нет. О, теплота. Прям вообще классная вода, обалденная. Так что приезжайте сюда отдохнуть. Вам очень понравится. Привет!
Привет, друзья! Сегодня хотим поделиться с вами нашим уловом на совершенно другом пляже, пляже Каменистом. А данный улов получили мы под водой при помощи пинпондера. Осуществляли свой поиск, нашли несколько монет. Какое-то интересное такое приспособление, кусочки алюминия, ну и несколько ракушек. Как бы по улову сами можете посмотреть, что он более скудный улов, чем на песочном пляже, но тем не менее что-то нашли. Будем продолжать наши поиски и до новых встреч!